Всем привет! Сегодня 18 октября 2022 года, Харьков. Утром 8 ракет выпущены с-под Белгорода путинскими орками по Харькову. 8 ракет за 5 минут прилетело в Харьков. Я вам показываю айву. Вот это вот айва. Видите, вот грушевидная. У меня отдельно саженцы там он растут. Дед уже урожай убирает, потому что идут заморозки. Заморозки очень плохо для айвы. Она может пострадать. А вот это вот уже яблочная. Видите, они грушевидная, она чуть вытянутая такая. И чуть-чуть зеленоватая. Сейчас мы будем убирать яблочную. У него такой толстый, жирный хвостик, что, о, видите, лежит до мая месяца. И причем это я называю лимон открытого грунта, потому что лимоны в Харькове не будут расти. Так, есть еще айва, называется хиномелис, японская айва. Ну, бывают и крупные плоды, конечно, вот так вот где-то два раза. Это дед мелочь пособирал, потому что идут заморозки. Айва боится заморозков. Надо, как и яблоки, как и айву надо убирать. А вот один экземпляр крупный. Видите, что-то тут такое было. Ну, хорошее вот. Просто деревце маленькое, видите, вот. Вот стволик такой вот, она небольшая. И здесь он еще один плодик. Сейчас мы его тоже уберем. Так. Вот так вот. Видите, классно. Она пушок таким покрыта. Вот видите, пушок. Но я думаю, пушок не надо убирать. Почему? Убирается уже перед тем, как идет дегустация. Пушок ее более-менее сохраняет, айву. Но айва заменяет лимон. Долька айвы, она очень-очень твердая, но она как лимон. Если у ребенка или взрослого заболит горло, то дольку айвы можно как конфетку, как леденец держать во рту, и оно кисленьким, она дезинфицирует, убивает все микробы и бактерии, вирусы. Особенно сейчас, когда ночью холодно, а летом, смотрите, солнце светит хорошо. Вот. Видите? А дед копает, огород копает своей чудо-лопатой. А здесь вот растет черника. Вот один куст. Два. Через каждый метр они пошли туда, вдаль. 17 сортов черники у деда. На следующий год будет хороший урожай. Спасибо, что заходите. Спасибо, что смотрите. Пока. До новых встреч.